Ну что вам сказать, пыльник Лифа не выдержал трубы украинской реальности. Значит, он целый, ну на эту дырочку не обращайте внимания, я ее изначально поставил, не заметил, бордюр уперся, вот. Но он целый, он просто размокли дырочки, и дырки стали чуть больше, чем болты. Ну и в конечном итоге он просто отпал в один прекрасный момент, и все, на чем он держался, это вот эти вот 5 замечательных отверстий. Слава богу, был ключ с собой. Слышишь, что-то шуршит. Ну, видите, нить подчеркнута. В общем, снял я его и уже позвонил, заказал ребятам, позвонил на Enterprise. Они сказали, что есть защита. Сейчас поедем с вами ставить нормальную защиту. Металлическая защита — это тема, на Infinity ставил с первого дня. Ребята, рекомендую. Даже если вы не ездите нигде по каким-то экстремальным дорогам, но вас это не защищает и не уберегает от кирпича на дороге, палки, еще чего-то. Поэтому стоит недорого, а может спасти вам машину, поддон картера и так далее, и так далее. В зависимости от вашей машины. Погнали ставить нормальную защиту. Съемка на 5000 евро.